Сегодня мы рассмотрим еще одно дело, очень важное и показательное. Дело, связанное с выпуском Владимиром Квачковым книги «Кто правит Россией», где он честно и откровенно поделился своими взглядами, за которые он и находится в тюрьме в течение многих лет. И даже там, в тюрьме, подвергается жесточайшим репрессиям. На днях произошла история, когда в Верховном суде рассматривалась апелляция народного ополчения имени Пожарского на решение суда о том, что эта организация является прямо-таки террористической, не проведя ни одного террористического акта или даже подготовки к нему. И на этом мероприятии, на суде, в Верховном суде, должна была быть телесвязь с полковником Квачковым, который находится в колонии в Мордовии. Но в колонии объявили, что Квачкова нет, и где он, они не знают. И только через некоторое время, когда уже судебное заседание было отменено в связи с исчезновением полковника, выяснилось, что он находится в штрафном изоляторе. По какой причине, никто не знает, и вот эти заплечных дел мастера об этом и не объявляют. Они уже до такой степени считают себя вне закона, что даже Верховный суд могут просто обмануть. А мы поговорим о другом деле, вот, связанном как раз с той книгой, которая оказалась неприемлемой для власти или просто поводом для того, чтобы Владимира Квачкова преследовать еще более жестоко, чем его преследовали до сих пор, и даже его книгу объявить запретной, экстремистской. Рассматривал дело судья Андреянова. К моему сожалению, человек абсолютно некомпетентный, но главное, что безнравственный. Мне довелось поучаствовать в этом деле. Я предложил и почел за честь, что вот мне было дозволено написать отзыв на ту экспертизу, которая была положена в основу решения суда. Но это произошло чуть позже. На суде эта экспертиза была представлена судье, но судья Андреянова совершенно к ней отнеслась равнодушно и, как я понимаю, даже не стала знакомиться, чтобы не пугать саму себя теми безобразиями, которые должны быть очевидны всякому здравому человеку, а судье Андреяновой не очевидны. Вот. Эта судья вынесла решение, игнорируя мои выводы и опираясь на выводы некомпетентных экспертов. По тем принципам, которые действуют у нас в судах, все дело должно быть отражено в судебном решении. Этого судья Андреянова не сделала. То есть она полностью проигнорировала тот отзыв на экспертное заключение, который был представлен стороной защиты. Здесь сказано так, вот передо мной две странички из решения суда. Но все остальное читать бессмысленно, потому что судья Андреянова настолько некомпетентна, что она просто все остальное решение составила из цитат из законодательства, что, в общем-то, обычно не делается. Есть ссылка в соответствии с такой-то статьей, такой-то вывод. Но здесь никаких выводов нету, потому что не на чем основывать эти выводы, кроме как на экспертном заключении, которое составлено людьми, далекими от науки, далекими вообще от какой-либо совести, от каких-то традиционных принципов морали. Видимо, вот эта заразная болезнь распространилась и на судью Андреянову. И она написала, что в книге Владимира Квачкова имеются призывы к вооруженному захвату действующей государственной власти в России. И приводится лишь одна цитата из трех строк. «Как и в каждом месте можно и нужно разрывать порочный круг национальной гибели. Ответ единственный – брать государственную власть. Только сила оружия может победить силу денег в земном материальном мире». Об этой цитате мы поговорим еще несколько позже, я ее разбирал, и эта цитата может быть понята двояко, может быть понята морально, может быть аморально. Судья Андреянова и эксперты, которых она взяла в себе в помощники, поняла эту цитату в совершенно аморальном ключе. То есть как цитату, призывающую к государственному перевороту. На самом деле эта цитата связана с тем, чтобы люди национально мыслящие действительно пришли к власти и направили силу оружия, которой эта государственная власть обладает, против силы денег и против лжи на самом деле. А далее судья Андреянова пишет. Суд считает возможным руководствоваться заключением комиссии экспертов
государственного бюджетного учреждения Московский исследовательский центр, опять этот Московский исследовательский центр, как выяснилось, тут на одном суде я присутствовал, это единственная в России организация, которая фактически пишет доносы. Это не экспертизы, это доносы. Ну и вот этот донос судья Андрианова приняла как нечто совершенно необходимое для того, чтобы вынести свое решение. Поскольку выводы экспертизы мотивированы, основание их изложено в исследовательской части. Там нет исследовательской части вообще, потому что писали все это дело не исследователи. Экспертами использовались лингвистические и психологические анализы. Там нет таких анализов. В тексте книги автор убеждает адресата в том, что негативная ситуация в российском обществе сложилась в результате оккупации страны. Но кто сейчас в этом сомневается? Страна действительно оккупирована. Утверждает, что государственная власть участвует в уничтожении своего народа. Это абсолютно так. Она участвует в уничтожении своего народа. Также государственная власть участвует в захвате ресурсов оккупантами. Это произошло, мы это видим, прекрасно видим по топливным и разным прочим другим компаниям, которые грабят нашу страну, выкачивают из нее все ресурсы. Конституционная смена власти посредством выборов, по мнению автора, в текущей ситуации невозможна. И мы это видим, как проходят выборы, действительно невозможно. Посредством выборов ничего невозможно сейчас сделать. В текущей ситуации невозможно, приводя аргументы, обосновывающие невозможность смены власти конституционными методами. Но действительно, можно ли конституционными методами свергнуть власть, которая действует антиконституционными методами? То есть она может нарушать закон как угодно. Можем ли мы, не нарушая закон, как-то ее подвинуть в сторону? Ну, видимо, не можем. Видимо, не. Мы пытаемся это делать законными методами. Но эта власть действует без закона. И судья Андрианова – это как раз человек как из той сферы беззакония, с которой мы сталкиваемся постоянно. Идея вооруженного захвата в тексте обобщается до концепции русской революции, национально-освободительной войны. Ну, концепция концепции. Каждый может любую концепцию выдвинуть какую угодно. И то, что судья вот это ставит в вину автору, ну, это постыдное деяние, покушение на свободу мнений, которое в Конституции записано. Как вот судья Андрианова Конституцию, может быть, когда-нибудь полистает и прямо черным по белому прочтет те нормы, которые у нас объявляются нормами прямого действия. И когда человек высказывает свое мнение, что в России нужна русская революция, национально-освободительная война, ему говорят, что он призывает к совершению государственного переворота, и это и есть экстремистская деятельность. Нет, автор обосновывает концепцию, как и что должно произойти в России. Как может быть изменена государственная власть, которая изменила национальным интересам страны и полностью отрицает действия Конституции. Полностью. Я лично в этом абсолютно убежден, что нынешняя государственная власть антиконституционная и оккупационная. И в этом смысле я полностью солидаризируюсь с Владимиром Квачковым. И то, что он написал, является либо фактом, либо проектом, либо прогнозом. Но призывов там нету к совершению государственного переворота. К восстановлению государственного суверенитета я увидел в его книге призывы, но только не к совершению государственного переворота путем какого-нибудь там мятежа, антиконституционных действий. Но против нас действуют антиконституционно. Они сами вне конституционного поля находятся. Как же должны действовать граждане? Они защищают Конституцию, государственный порядок, национальные интересы. И к этому призывает Владимир Васильевич Квачков. Таким образом, пишет судья, в ходе проведенной экспертизы установлено, что в указанной книге содержится информация, обосновывающая призывающих к осуществлению экстремистской деятельности, направленной на насильственное изменение основ конституционного строя. Основы конституционного строя уже насильственно изменены. Как нам быть в этой ситуации? Они изменены в 91 году, в 93 году. Власть захвачена в 96 году путем фальсификации президентских выборов и так далее. На всех выборах происходит фальсификация, фактически насильственное удержание власти. Потому что кто об этом начинает говорить, объявляется экстремистом, попадает в тюрьму или нарывается на большие штрафы. Мы находимся в состоянии полного беззакония. Что же нам делать-то? И вот еще судья фактически фальсифицирует судебный процесс и пишет то, чего нет. Таким образом, никакого таким образом нет, никакого логического вывода нет. Каких-либо убедительных доказательств, опровергающих выводы заключения экспертизы комиссии РГБУ «Московский исследовательский центр» суду не представлено. Но если не представлено, то вы опишите, что было представлено. Была представлена моя экспертиза или мой отзыв, который опровергает все, что наворочили вот эти так называемые псевдоэксперты. Ничего они не смогли доказать, абсолютно ничего.
Доводы представителей ответчика о том, что экспертное заключение комиссии МИЦ Московского исследовательского центра не может рассматриваться в качестве допустимого доказательства, не принимаются судом. Ну, просто не принимаются и все. Заключение судебной экспертизы соответствует правилам, бла-бла-бла-бла, всему соответствует. Ну, представьте себе, будет написано экспертиза, а под ним выдержка из истории болезни из какого-нибудь психа. Все формы соблюдены, галочки поставлены, все есть, но написано полная чушь. И судья считает, что в таком случае можно принимать это все как данность. Ну, видимо, если человек не обладает интеллектом и совестью, у него так все и получается. Фальшивка превращается в какой-то документ, который действительно можно учитывать в суде. Я считаю, что отныне и до веку вот этот Московский исследовательский центр – это структура, которая готовит доносы и фальсификации экспертиз. Нет там никаких экспертиз, нет там никаких экспертов. Это фальсификаторы и доносчики. И я это докажу в очередной раз вот в данном случае. Ну, далее тут пропустим кусок. Ответчикам суду не было предоставлено доказательство того, что книга «Кто правит Россией» не содержит призывов к насильственному изменению основ конституционного строя. Но так может написать только круглый идиот, потому что если вы хотите доказать, что вы не верблюд, достаточно предъявить самого себя. А предъявить справки о том, что вы не верблюд, у вас вместо руки не копыта, и вместо головы не верблюжья голова, а человеческая, это бессмысленно. Бессмысленно. Как можно доказывать, что нет призывов к насильственному изменению основ конституционного строя? Только предъявив эту книгу, прочтите и увидите. Ну, вот у судьи не хватает ни совести, ни интеллекта. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что печатное издание «Кто правит Россией», издательство «Алгоритм», 2000 экземпляров, и так далее, является экстремистским материалом. Довод ответчика о том, что гарантированное 29-й статьей Конституции право Квачкова на свободу мысли и слова не может быть нарушено на том лишь основании, что его высказывания не укладываются в общепринятые представления, на самом деле представления вот этих узурпаторов власти, самозванцев и вот этих самозванных судей, не согласуются с устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, выступает в противоречии с морально-нравственными предпочтениями, не принят судом во внимание, поскольку судом установлено, что содержание его книги нарушает запреты, установленные антиэкстремистским законодательством. Ничего не установлено. Это полное вранье. Полное вранье. Очистительный огонь критики должен прозвучать и в отношении суда, и в отношении вот этой вот дамы, которая является судьей, а также и экспертов, которые... приняты этой дамой. Мне стыдно называть такого человека судьей. Это не судья, это профанатор судебного действа, где есть защита, где есть обвинение, где есть факты. Есть эксперты. В данном случае мы экспертов не видим. Я подготовил отзыв специалиста на экспертное заключение. Основание это было обращение Надежды Михайловны Квачковой, доверенного лица Владимира Васильевича, автора этой книжки. Я как специалист действую, уже прежде я говорил, какие мной работы по соответствующей теме опубликованы, какие есть публикации мои, которые подтверждают мою квалификацию. Вопрос поставлен, оценить экспертизу и обоснованность выводов. Это все понятно, понятно, только непонятно судье. Судье непонятно, что так и должно быть, что есть разные мнения, и мое мнение как специалиста радикально отличается от мнений вот этих, извините, недоделков из Московского исследовательского центра, которые профессионально нули, никакой научной работы они никогда не вели, никогда не занимались честной экспертизой, они просто выполняют то, что указывает им начальство. Больше ничего я в их экспертизе не увидел. Так вот, к сожалению, фамилия следователя у меня выпала, но остались вопросы, которые следователь предложил экспертам. Вопросы сугубо непрофессиональные. Вот я и начал свою работу, свой отзыв с анализа вопросов, которые поставил следователь. Эти вопросы, к сожалению, не выдерживают никакой критики. Первый вопрос. Имеются ли в тексте книги Квачкова «Кто правит Россией» слова, выражения или высказывания, содержащие негативные характеристики в адрес какого-либо лица, группы лиц по признакам принадлежности к определенному полу, расе, национальности, языку, происхождения, отношению к религии? Спрашивает он это у психолога и лингвиста. Еще раз заметим.
группы лиц по признаку принадлежности к определенному полу, расе, национальности, языку происхождения. Языку происхождения, там почему-то написано, а не происхождению, по отношению к религии. Ответ на этот вопрос оказался абсолютно неадекватным, но мы пока сейчас рассматриваем вопросы. Первый вопрос предполагает компетентность эксперта в вопросах, связанных с понятием пол, раса, национальность, язык, религия, способность соотнесения лица или группы лиц с указанными понятиями. Между тем, к исследованию привлечены эксперты в области лингвистики, психологии, которые по своей специализации не могут быть в достаточной мере компетентными в вопросах расовых, национальных и религиозных различий. Следовательно, вопрос о негативных высказываниях в тексте книги по поводу лиц или групп, относимых к той или иной расе, национальности или религии, не может быть разрешен привлеченными экспертами. Постановка перед ними подобного вопроса противоречит требованию закона, установившему, что эксперт обязан обладать необходимыми знаниями для проведения экспертизы, статья 85 ГПК РФ. А эксперты не обладают этими знаниями. Зачем же им задается этот вопрос, спрашивается. Второй вопрос. Имеются ли в тексте книги «Кто правит Россией» признаки принуждения к каким-либо действиям? Если да, то к каким действиям? Ну, это целую диссертацию, наверное, надо написать. И то это будет под вопросом, потому что это будет гипотеза. Ну, любой текст каким-нибудь действием да побуждает одного человека к одним, другого к противоположным. Но это бред просто задавать подобный вопрос, в особенности лингвисту и психологу. Каждый из них может своих гипотез понаворотить сколько угодно. Экспертам предложено также указать, к каким действиям побуждает книга. Вопрос задан слишком общо и предполагает неформальное понимание экспертами, о чем идет речь. Из контекста ситуации прямо следует, что это неформальное понимание связано с поисками в тексте книги признаков экстремизма, то есть побуждения к незаконным действиям, предусмотренным законодательством о противодействии экстремизму. То есть эксперты начинают понимать, о чем идет речь. На самом деле их спрашивают не о действиях, а о вполне конкретных деяниях, которые считаются незаконными. Они начинают там копаться, чего-то искать. Таким образом, при огромном массиве различных побудительных мотивов, которые могут быть обнаружены в тексте абсолютно любой книги, экспертам предложено выделить из этого массива именно то, что они считают экстремизмом. Следовательно, вопрос перед экспертами поставлен в некорректной форме. Кроме того, такая постановка вопроса демонстрирует негласный корпоративный сговор между тем, кто сформулировал вопрос, и теми, кто на этот вопрос согласился отвечать. Не так ли? Третий вопрос. Есть ли в тексте книги Квачкова «Кто правит Россией» высказывание, содержащее утверждение о возложении ответственности за деяния отдельных представителей на всю этническую группу? Отдельных представителей на всю... То есть прямо подсказывается ответ, что там должно быть. Вот там есть упоминание одного какого-нибудь, например, Чубайса. Он принадлежит какой-то этнической группе, и экспертам предложено каким-то образом, любым путем доказать, что эта этническая группа во всем и обвиняется вместе с Чубайсом. Итак, третий вопрос предлагает экспертам найти в тексте утверждение, которое возлагает ответственность за деяния отдельных представителей на всю этническую группу. Ответ на этот вопрос также сформулирован в общем плане и предполагает, что эксперты будут угадывать, о какой ответственности и каких деяниях идет речь. Поиск соответствующих мест в книге предполагает неформальное понимание задания, которое эксперты понимают не хуже любого другого лица, которое ознакомился с поставленными перед ними вопросами. Речь идет о выискивании поводов для объявления книги экстремистской. Между тем, юридическая сторона вопроса не должна воздействовать на эксперта, который обязан проводить экспертизу только в рамках своей компетенции. Данное условие в данном вопросе, как и в других, не соблюдено. Это также очевидно и в связи с тем, что ответ на вопрос требует понимания того, что такое этническая группа, а также способности зафиксировать, есть ли в тексте книги признаки понимания этого понятия и адекватного его применения. Привлеченные эксперты заведомо не владеют соответствующими методиками и не должны отвечать на подобные вопросы. Если они соглашаются на них отвечать, они нарушают закон, статью 85 ГПК и дают ответ, который не подкреплен необходимыми знаниями. Четвертый вопрос. Имеются ли в тексте книги признаки оправдания каких-либо действий? Если да, то каких именно? Чудовищная просто безграмотность следователей. Я вообще не знаю, как таких людей держат в правоохранительных органах. Четвертый вопрос предлагает экспертам найти книги, оправдание каких-либо действий, указать, каких именно. Вопрос задан
вызывающе некорректно. В любом тексте, а тем более в тексте объемом в сотни страниц, найдется множество признаков описания каких-нибудь действий и их оправданий в кавычках. Как и в других случаях, лицо, поставившее перед экспертами данный вопрос, с очевидностью рассчитывает на негласный сговор, неформальное понимание, что в тексте книги нужно найти экстремизм. Разумеется, что сотни указаний на прочие действия и их оправдания эксперты отбрасывают, поскольку они не имеют отношения к делу. Поэтому в данном случае эксперты становятся не исследователями, а исполнителями воли лиц, поручившим им обнаружить в книге нечто противозаконное. Пятый вопрос. Какое психологическое воздействие призвано оказывать представленная книга Квачковой? Является ли она прямым руководством к действию, либо предположением о развитии событий в будущем? Пятый вопрос вновь крайне некорректен. Во-первых, вывод о замысле автора как-то психологически воздействовать на читателя следует из вообще любого литературного произведения, а уж из текста общественно-политического характера с полной очевидностью для любого читателя, который не обладает никакими экспертными навыками. В то же время конкретизировать психологическое влияние книги на читателя эксперт может только и исключительно в результате эксперимента. Если же анализируется только текст, то все выводы эксперта будут лишь умозрением, непроверенным практикой. Вторая часть вопроса предполагает, что эксперт будет за автора решать, относятся ли те или иные положения его книги к гипотетическому развитию событий в будущем и описанием каких-либо событий, или же прямым руководством к действию, то есть призывом воплотить грядущее развитие событий незамедлительно. Только безответственное лицо, пренебрегающее профессиональной этикой, может взять на себя ответственность домысливать за автора и представлять этот домысел как результат экспертизы. Таким образом, все вопросы, поставленные перед экспертами, демонстрируют не только отсутствие у вопрошающего понимания роли эксперта, но и несут на себе явные признаки корпоративного сговора, навязывающего экспертам роль обвинителей, которые вместо прокурора и судьи отыскивают поводы для объявления книги «Кто правит Россией» экстремистской. Тоже вот мы придаем огню критики все это безумство следствия. Вот. Ну и туда же отправляем израсходованные материалы, поскольку хранить их не имеет никакого смысла. Исследуем дальше формальные признаки компетентности экспертов. Вот тут уж экспертов придется называть и говорить все, что относится к конкретным личностям. Вот конкретная личность. Эксперт Гутник Анастасия Дмитриевна, психолог по специальности, аттестованный на право проведения самостоятельных судебных психологических экспертиз по специальности исследования психологии и психофизиологии человека. Стаж работы по специальности и экспертный стаж 2 года. Психофизиологией человек занимается, понимаете? Из указанных характеристик эксперта прямо следует, что он не вправе проводить экспертизу общественно-политического текста, не имея в этой области необходимых знаний. Текст книги никак не соотносится со специальностью эксперта. Для того, чтобы анализировать общественно-политический текст, эксперт обязан быть компетентным не только в области психологии человека, общих вопросов психологии, но и в специфической для общественно-политических текстов терминологии, а также конкретной проблематике, которая имеется в тексте. Эксперт Гутник соответствующими знаниями не обладает, признаков наличия таких знаний у эксперта не наблюдается. Эксперт Осадчий Михаил Андреевич, конкретный человек, тоже давайте запомним. Осадчий Михаил Андреевич, филолог, доктор филологических наук по специальности русский язык, аттестован на право проведения самостоятельных судебных лингвистических экспертиз по специальности исследования продуктов речевой деятельности, стаж работы по специальности и экспертный стаж 7 лет речевой деятельности. Да? Речь не идет о текстах, и речь не идет вообще о русском языке. Речь идет о смысле, который заложен в тексте. Эксперт такими знаниями не обладает. Из формальных характеристик эксперта следует, что в своей научной деятельности он далек от проблематики общественно-политических текстов. Плотный график, позволивший эксперту в течение 7 лет пройти путь от выпускника вуза до ученой степени доктора наук, свидетельствует, что он в принципе не мог приобрести знаний в далекой от него специфической области. Признаков наличия таких знаний у данного эксперта также нет. Это я еще раз обращу внимание, за 7 лет человек получил докторскую диссертацию. Обычно аспирант работает над кандидатской 3 года, а потом лет 10, 15, даже 20 человек осваивает какую-то область, в которую он говорит новое слово в науке. И для этого надо пахать круглосуточно, надо читать, надо писать. Десятки публикаций должны быть, монографии и так далее. Эксперт Осадчий за 7 лет освоил и экспертизу,
И то есть, сколько он тут экспертизу, да, в течение 7 лет, он ну, никак не мог одновременно заниматься и экспертизами, и научной деятельностью. Видимо, как я предполагаю, он не занимался ни тем, ни другим, поэтому никакой это не филолог. Оба эксперта являются сотрудниками одного и того же учреждения ГБУ, Московский исследовательский центр МИЦ, что создает условия для корпоративного сговора, ориентации экспертов на одни и те же выводы, независимо от объективных характеристик исследуемого ими объекта. На возможность такого сговора указывает оформление экспертами письмом заместителя директора ГБУ МИЦ Скоропадского, удивительная фамилия, который берет на себя роль представлять в суд экспертное заключение. То есть оба экспертных мнения отправлял в суд один и тот же человек, заместитель директора Скоропадский. Хорошая фамилия, давайте мы ее тоже запомним на всякий случай. Каждый из экспертов имеет свою собственную профессиональную нишу и обязан пользоваться собственными методиками исследования. Но ни тот, ни другой эксперт не приводит каких-либо литературных ссылок и не указывают на эти методики. Все, что их объединяет, это ссылка на общие рекомендации Минюста по оформлению экспертиз, связанных с противодействием экстремизму и терроризму. Две публикации одного и того же состава авторов в 2011 и 2014 годах. То есть чисто ведомственная публикация, никакой науки там и рядом не лежало. Тем не менее, ссылок на соответствующие страницы данной публикации эксперты не приводят. Помимо двух ведомственных публикаций Минюста в списке литературы, есть лишь ссылка на монографию Баранова «Лингвистическая экспертиза текста, теоретические основания и практика», которая не специфична к общественно-политической тематике, и никаких ссылок на подчеркнутые из данной монографии знания эксперты не приводят. Складывается впечатление, что список литературы из трех позиций приведен чисто формально, и к этой литературе эксперты не обращаются, предпочитая проводить исследования из общих соображений и не оформлять его как исследовательский текст с указанием на методики, теоретические основания и аналогичные случаи. Психологическая литература в списке отсутствует вовсе. Вся методика сводится к разбиению исследования на обозрение материалов, аналитическую, синтетическую и результативную части. Оба эксперта, как следует из формальных и содержательных материалов, их экспертиза некомпетентны в области науки, которая прямо касается психолингвистических исследований. Они не имеют представлений о психолингвистике, дисциплине, которая находится на стыке психологии и лингвистики и изучает взаимоотношения языка, мышления и сознания. Это вполне извинительно для экспертов, поскольку данная дисциплина является относительно новой и до сих пор находится в стороне от общественно-политических проблем, ориентируясь в основном на вопросы освоения языка детьми, изучения иностранного языка и патологии в области восприятия языка. Тем не менее, методики этой отрасли психологи и эксперты могли бы приобщить к комплексу своих знаний, прежде чем обращаться к анализу объемного текста. Коль скоро этого не сделано, присутствуют основания полагать, что эксперты не подготовлены к предложенной им работе. Дальше проведем анализ обстоятельств проведения экспертизы. Материалы экспертизы содержат выписки из судебного дела, которые показались экспертам важными и действительно таковыми являются, поскольку ими мнение экспертов может быть предопределено. Но коль скоро предопределено, значит никакой экспертизы нет, просто есть обслуживание начальства, больше ничего. Сообщение экспертам обстоятельств дела для цели экспертизы является не только избыточным, но и прямо мотивирующим их подыграть обвинению. Действительно, к делу подключена такая авторитетная организация, как ФСБ, сотрудники которой нашли какие-то основания, чтобы изъять книгу «Кто правит Россией» в пензенском магазине «Букинист». Нет сомнений, что сотрудники УФСБ не ходят по букинистическим магазинам и не читают всю общественно-политическую литературу, которая издается каждый год тысячами наименований. Следовательно, изъятие книги было целевое, а это вряд ли является загадкой для экспертов. Поэтому сообщение экспертам обстоятельств дела в данном случае прямо служит средством давления на них и ориентации на обвинительные выводы. То же самое относится к сообщению информации о том, что прокурор просит суд признать книгу экстремистской. Экспертам сообщается, что прокурор уже принял для себя решение, а значит, имел для этого какие-то основания. Почему бы экспертам не поддержать его, раз уж обвинение уже состоялось? В обстоятельствах дела, отмеченного экспертами, указывается, что со стороны прокуратуры последовало ходатайство о проведении
политолого-психологической экспертизы, и сторона защиты согласилась с этим ходатайством. Но суд принял решение о проведении психолого-лингвистического исследования, совершив роковую ошибку у психолога и лингвиста. Общее поле взаимодействия может быть только в сфере психолингвистики, достаточно новой и непроработанной области знания, к которой привлеченные эксперты не имеют никакого отношения. Это следует как из формальной информации об экспертах, так и из их так называемого исследования. К обстоятельствам, в которых проводилось экспертное исследование, необходимо отнести ту часть материалов дела, на которую эксперты обратили особое внимание. Выводы экспертизы, назначенные в Рио начальнику ФСБ Пензенской области Старуновым, запомним эту фамилию тоже, начальнику ФСБ в Рио, начальника УФСБ Пензенской области Старунов, и выполненный в отделе СЭОДЭ, не знаю, что это такое, ФБУ, Пензенское ЛСЭ, Минюста России. То есть это опять ведомственное исследование. И эксперты, которые проводили вот по заказу ФСБ исследования, Геранина и Шахова, к сожалению, наименование учреждения и отдела в нем мы не можем расшифровать. Возможно, ЛСЭ означает лингвистическая судебная экспертиза, что в таком случае указывает на отсутствие у данной организации специалистов, способных к комплексному анализу общественно-политического текста. То есть речь идет о том, что была предварительная экспертиза, которая вообще-то не описывалась, но почему-то стало известно вот этим экспертам, чье заключение положено в основу судебного решения. То есть они уже ознакомились с тем, что необходимо ФСБ. И просто сделали то же самое, ну, другими словами просто. Как будто независимая структура какая-то, неподотчетная Минюсту, ФСБ, якобы что-то сделал. Но это же тоже государственное учреждение, тоже ведомственная структура. Никакой независимости в этих экспертах мы просто не наблюдаем. Обращает на себя внимание, что при цитировании одного из фрагментов пензенской экспертизы эксперты МИЦ постарались указать на неаккуратность своих коллег при описании обложки книги «Кто правит Россией?» Изображение усеченной пирамиды и гл неразборчиво вписанного в треугольник над ней, ну, видимо, глаза. На обратной стороне изображено анало неразборчиво, но «е», ну, понятно, что аналогичное, и надпись белого цвета поверх него, представляющая со текст аннотации книги. Опять неразборчиво, что там уже сказать нельзя. Также эксперты МИЦ приводят вопросы руководителя ФСБ и ответы на них экспертов Пензенского ЛСЭ. Все вопросы полностью совпадают с вопросами, поставленными перед экспертами МИЦ прокурором. Это означает, что приведенные в экспертизе Пензенской ЛСЭ ответы прямо подсказывают экспертам МИЦ, что они должны написать в своем экспертном заключении. К чести экспертов МИЦ, они не пошли на поводу у некомпетентных экспертов Пензенского ЛСЭ, но, к сожалению, не смогли полностью избавиться от влияния обвинительного характера вопросов и давление обстоятельств дела. Придется картинку заменить уже на какую-то статическую, практически ничего не видно. Публикация ответов Пензенского ЛСЭ в материалах экспертизы может означать только демонстрацию глубокой некомпетентности экспертов Пензенского ЛСЭ. И это прямо следует из ответов этих экспертов на вопросы сотрудника ФСБ. Ответ на первый вопрос. В тексте книги имеются слова, выражения и высказывания, содержащие негативные оценки в адрес группы лиц по признакам определенной национальности, происхождения, предположительно, к евреям. Это просто надо памятник ставить этим людям. Предположительно, к евреям. Либо национальность определенная, и тогда она имеет название, либо есть предположение без уверенного ответа, тогда никакую национальность называть не следует. Написав предположительно к евреям, эксперты Пензенского ЛСЭ продемонстрировали не только некомпетентность, но и смехотворную наивность. В ответе на второй вопрос перечисляются объекты, относительно которых пензенские эксперты фиксируют в тексте книги побуждение к их захвату, овладению, блокированию. При этом в тексте книги, в кавычках цитируем, в тексте книги не имеются непосредственно побудительного обращения к адресату. Ну, к читателю имеется в виду, они по-русски же не могут писать, поэтому пишут к адресату. Получается, что побуждение одновременно и есть, и нет. Либо есть побуждение неизвестно кого, зато известно на что. Подобный подход к выводам также изобличает экспертов в некомпетентности. Ответ на третий вопрос аналогичен первому. Здесь эксперты видят высказывания, содержащие
возложение ответственности на деяния, за деяния отдельных представителей на всю этническую группу и приписывают, вероятно, на евреев. Опять то же самое. Либо следует назвать этническую группу определенно, либо признаться в том, что определенного ответа нет. Эксперты изобретают смехотворную форму двусмысленного высказывания, то есть фактически расписываются в неспособности ответить на вопрос. В ответе на четвертый вопрос при его цитировании в материале экспертов МИЦ неоднократно указывается на неразборчивое написание. В целом ответ представляет собой перечисление неких мероприятий, оценить которые вне контекста просто невозможно. Невозможно понять, является ли оправдание этих действий задачей, которую ставит перед читателем автор, или это просто перечень в рамках мысленного эксперимента. Из ответа не ясно, в чем состоит оправдание. С таким же успехом можно заявить, что кассовый чек оправдывает перечисленные в нем товары и цены на них. Ну, это я так попытался пошутить, может быть, неудачно. Пятый ответ – образец наукообразной путаницы, не имеющей никакого содержания. Слушаем внимательно. Представленная книга призвана оказывать на читателя психологическое воздействие в виде убеждения, а также на уровне привлечения внимания и интереса, на когнитивном осмысливании прочитанного, эмоциональном и поведенческом уровнях в том случае, если обсуждаемая тема затрагивает личные диспозиции читателя, систему взглядов, убеждений, мировоззрения, установок, системы ценностей и отношений, самосознания, потребностей, особенностей эмоциональной сферы. Кавычка закрывается. Данное утверждение подходит вообще для любой книги и похоже на выдержку из какой-то монографии, которая посвящена общим вопросам анализа текста, но в данном случае никоим образом не помогает экспертам выразить свою мысль. Вот так вот бредни сивой кобылы. И все это у нас в УФСБ. Все это принимается в УФСБ. Пензенское ФСБ – это нечто. Возможно, эксперты МИЦ привели эти ответы лишь с той целью, чтобы их квалификация выглядела на фоне нелепости экспертов-пензенцев более высокой. Но на деле она, конечно, не более высокая, ничуть не более высокая. Темновато становится, я уже не знаю, видно что-нибудь. Итак, анализ исследовательской части экспертизы. При общем объеме экспертного материала 18 страниц, лишь половина из него может быть формально отнесена к исследованию. Но и в 9 страницах исследования содержатся в основном цитаты и короткие соображения на их счет, не отражающие какие-либо профессиональные навыки экспертов, которые позволили бы проверить альтернативные гипотезы по поводу цитированных фрагментов. Можно видеть скорее отношение экспертов к тексту, но не его исследование мнения, а не аналитические выводы. Похоже, замахнувшись на подробное постраничное изучение книги, эксперты не справились со своей задачей и в какой-то момент перешли к конспективному изложению своих наблюдений. Лингвистическое исследование эксперта Осадчева начинается длинным пересказом введения, не имеющим никакого отношения к вопросам, поставленным перед экспертом. А потом со страницы 15-16 эксперт сразу перепрыгивает на страницу 140, а потом сразу на 161. Это свидетельствует о том, что содержание книги и даже сама экспертиза специалиста Осадчева не очень-то интересует. Ему нечего изучать по его специальности. Здесь нет объекта исследования. Нет объекта исследования. Не имея опыта анализа общественно-политических текстов, эксперт Осадчев цитирует фрагмент книги со слов «Успешно вести скрытую войну можно первое» и так далее. Из этого абзаца, где перечислены скрытые методы ведения войны, делает совершенно абсурдный вывод. Якобы этим обосновывается необходимость насилия. Тем, что успешно вести скрытую войну можно так-то и так-то. Речь идет о войне, а не насилии. Война вообще всегда является насилием, как и осуществление власти. Эксперт, похоже, не в курсе этих обстоятельств. При описании войны нет необходимости в обосновании насилия. Насилие на войне предполагается, само собой, и в данном фрагменте лишь отражены условия успешной скрытой войны. Больше ничего, больше ничего. Далее следует ключевой фрагмент, на который делает упор эксперт Осадчий, призыв брать государственную власть и открытие, которое стоит для эксперта всего остального содержания книги. Только сила оружия сможет победить силу денег в земном материальном мире. Обращая внимание на восклицательную пунктуацию и словарное значение слова «брать», эксперт подходит к мысли, что в данном случае имеет место призыв к вооруженному захвату власти. Якобы это подтверждает и следующий тезис автора о русской революции. По своей военно-политической сущности русская революция – это перевод скрытой войны в открытое сражение русских за свое национальное освобождение.
Собственно, на этом все лингвистическое исследование заканчивается. В нем имеется весьма скупой анализ двух абзацев, страница 164-165. Рассматривать доводы эксперта Осадчева всерьез невозможно. Посвятить автору двух абзацев текста 6 коротких предложений – это профанация экспертизы. По сути дела, никакого исследования эксперт Осадчий не проводил. То есть очень длинный текст, анализируется всего два абзаца и в 6 предложениях. То есть нет анализа, есть только форма, а анализа никакого нет. Любой честный судья должен был бы это признать. Ну, у нас судья Андрианова нечестный человек и не специалист. Не специалист. В смысле судебной квалификации. То есть квалификация нулевая, можно сказать. Нулевая. Мы с этим сталкиваемся. Тем более экспертизу Осадчего невозможно считать состоявшейся, что он не рассматривает альтернативных вариантов значения выхваченных из объемной книги двух абзацев. Предложим такое альтернативное понимание. Читаем внимательно цитату из книги. «Как и в каждом месте можно и нужно разрывать порочный круг национальной гибели». Ответ единственный – брать государственную власть. Только сила оружия сможет победить силу денег в земном материальном мире. Есть ли в первом предложении призыв к насилию или захвату власти? Нет. Там есть лишь постановка проблемы, в каком месте следует разорвать порочный круг. Во втором предложении содержится призыв брать государственную власть, но нет ни слова и нет никакого призыва к насилию. Брать власть можно по-разному и в разных условиях. И даже в разном смысле и в разных местах. Ничего конкретного в данном предложении мы не видим. Остается третье предложение, которое эксперт Осадчий однозначно и произвольно присовокупляет к предыдущему. Мол, если в предыдущем сказано о взятии власти, а в следующем о силе оружия, то надо объединить два предложения, получив взятие власти силой оружия. Но это не более чем домысел, который легко разрушается альтернативной трактовкой. Можно взять власть, а потом применить силу оружия. И даже так взять государственную власть, чтобы применить силу оружия. Эта трактовка выглядит куда более разумно. Но откуда в современном мире такое оружие, чтобы взять им государственную власть? Откуда вооруженные люди, которые могут ее взять? У государства есть миллионы вооруженных людей, состоящих на службе. Вот подчинить этих людей воле новой власти, это как раз и есть способ обрести силу оружия, с помощью которой и не спровергнуть силу денег, которую написал автор. За пределами государственного владения оружием находится ничтожная доля оружия. Поэтому использовать эту силу оружия, пренебрегая всем остальным оружием, было бы совершенно нелепым для военного специалиста, которым является Владимир Васильевич Квачков. Видимо, эксперт Осадчий превратно представляет себе законодательные основы оборота оружия в современном мире и в целом, и в России, в частности, и не в курсе того, сколько и какого оружия может быть у граждан вне системы государственной власти. Напротив, автор книги полковник Квачков об этом весьма хорошо осведомлен как профессионал. И с его стороны вряд ли может быть допущено, что государством можно овладеть силой оружия, которое находится где-то вне государственной службы. Напротив, как военный человек, автор наверняка понимает, что сила оружия в рамках государственной службы может быть направлена против силы денег. И поэтому в его тезисе содержится совершенно иной смысл, чем тот, что разглядел в нем эксперт Осадчий. Осадчий почему-то решил, что война планируется именно автором книги против государства. Хотя даже в приведенных цитат следует, что война планируется против силы денег. «Все куплю», — сказала Злата, «все возьму», — сказал Булат. Все остальное — домыслы так называемого эксперта. Отбросив домыслы эксперта, мы увидим совершенно позитивный смысл в абзаце о русской революции. Открытое сражение русских за свое национальное освобождение может означать только войну с силой денег, войну с помощью государства, войну с внешним врагом, войну с изменниками и преступниками, внутренним врагом. Конец цитаты. И где тут насильственный захват государственной власти? Его не видно, а эксперт Осадчий увидел. В духе притчи «ты сурка не видишь?» Я тоже не вижу, а он есть. Для эксперта сурок есть. Исследование эксперта-психолога Гутника напоминает литературный труд, в котором приводятся разнородные цитаты из разных мест книги, соответственно, вырванных из контекста. А потом цитаты пересказываются своими словами, близко к тексту. При этом Гутник пересказывает, заменяя одни слова другими, а с ними заменяя и смыслы. Если следовать методике Гутника,
подборке цитат из разных мест и их пересказом, то из них можно сложить из текста автора вообще любой домысел. А где, собственно, обоснование ответов на вопросы? Эксперт следует какой-то своей логике анализа текста, не утруждаясь найти ответы на поставленные вопросы, которые должны доказывать его выводы. Не вообще сразу все, а вполне точно и конкретно определенные доказательства в обосновании определенного вывода. Эксперт Гутник не делает этого, как эксперт Осадчий. И в своих домыслах опирается на ту же цитату, что и Осадчий – «брать государственную власть». Психолог при этом рассуждает о композиции текста книги, вторгаясь в незнакомую для себя область. В его анализе вообще не видно никакого признака психологической специализации. Это та же поверхностная лингвистика с совершенно произвольными выводами. Проследим, какие цитаты приводит Гутник, и оценим их без домыслов и искусственного соединения в блоке, которых у авторов книги просто нет. То, что организовали и сделали наши предки народного ополчения в 1612 году, сейчас называется революционным национально-освободительным восстанием с целью свержения оккупационной государственной власти. Нам, их потомкам, необходимо, это Владимир Васильевич Квачков говорит, необходимо повторить подвиг народного восстания за веру и отечество в современных условиях, страница 6. Автор оценивает события 1612 года, используя терминологическую базу, вполне приемлемую для этого, и призывает повторить подвиг в современных условиях, то есть с учетом современных реалий, которые, разумеется, отличаются тем, что восстание тогда больше всего характеризовалось объединением вооруженных людей, а теперь людей разумных и способных противостоять негодной власти, полякам-изменникам, но другими способами. Странным было бы считать, что профессиональный военный Владимир Васильевич Квачков предлагает взяться за вилы и топоры и идти с ними на Кремль. И так представляет народное восстание в современных условиях. Я перечисляю только те цитаты, которые есть в экспертизе, никаких других. Установившийся в России в результате либеральных реформ образ жизни русского народа несовместим ни с его жизнью, ни с его образом человека. Оценка автором сложившейся ситуации. Россия стоит на пороге духовно-религиозной, национально-освободительной и социальной социалистической революции, страница 8. Оценка автором сложившейся ситуации, не более того. Все правительства Российской Федерации при Ельцине, Путине, Медведеве, начиная с Гайдаровского, были и остаются сплошь вражескими, страница 105. Оценка автором правительств прежних лет. Сейчас Россия – оккупированная страна, находящаяся под внешним управлением мировой закулисы, страница 138. Оценка автора, имеющая широкое хождение в современной общественно-политической литературе, включая публичные заявления лиц, близких к правительству Российской Федерации. Ну, я имею в виду Проханова, Федорова, там, Старикова и прочих. И по качественным, и по количественным показателям достаточная масса русского народа уже готова к насильственным революционным действиям, страница 140. Предположение автора или констатация факта. Призыва нет. Соблюдать закон в ходе национально-освободительной борьбы и надеяться на его защиту от оккупантов является несусветной глупостью. Страница 154. Разумное суждение о том, что законы оккупационной власти граждан не защищают, а тех, кто против нее борется, и подавно защищать не будут. Это вообще все цитаты, которыми Гутник руководствуется без усечения, а остальные он вообще просто вырывает из предложения кусочки. Это полный бред, конечно, это не анализ. Других цитат нет. Мы видим, что все они разнесены по тексту и имеют различные смысловые наполнения. Построить из этих цитат целостную картину, не описав контекста семи отдельных предложений, в принципе, невозможно. Точнее, возможно только при домысливании экспертом за автора, что и делает господин Гутник. Таким образом, использование экспертом Гутником цитаты не могут быть обоснованием его вывода о призывах автора книги «Кто правит Россией?» к вооруженному захвату государственной власти в современной России.
Уклонение эксперта от ответа на вопрос номер 5 является оправданным. Действительно, современная наука не может дать однозначный ответ на вопрос о том, какое психологическое действие на читателя планировал оказать автор и являются ли его тезисы призывом к действию сегодня или отражают прогноз на будущее. В то же время отказ ответить на этот вопрос свидетельствует о том, что у эксперта при исследовании книги не может быть вывода о призывах к насильственному захвату действующей государственной власти, ну раз между будущим и настоящим нет разницы. Если, как пишет эксперт, невозможно обнаружить и достоверно доказать наличие прямой причинно-следственной связи между восприятием субъектом, читателем конкретного материала и результатом его воздействия на этого субъекта, где результат в том числе формирование определенных представлений, отношений и готовности к совершению каких-либо действий в результате влияния этого исследования, этого материала, то психологическое исследование текста вообще ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Это я уже резюмирую. Если это так, то какая там психология, какой психолог может взяться за это? Только некомпетентный. Раз между восприятием и воздействием на сознание и поведением человека нет достоверно фиксируемой связи, то психолог должен забыть об анализе текста. Потому что, если обратить внимание эксперта Гудника на него самого, он не в состоянии понять, как текст книги может меняет его сознание, его поведение. Ну, кстати, добавим и как текст, который произнесен или написан его чиновником, или как текст, который писали другие эксперты, он ведь может воздействовать на эксперта Гудника. И достоверно сказать, как он воздействует, мы не можем. Значит, мы можем предположить, что он воздействует так, что просто его сводит с ума или превращает его из эксперта в доносчика. Ну и заключение. Анализировать синтетическую часть коллективного исследования двух экспертов не имеет смысла, поскольку в их работе просто не было анализа. От этого и синтезу взяться неоткуда. В данной части повторяется третий и четвертый раз один и тот же фрагмент, который мы уже рассматривали и который понят экспертами совершенно превратно. Как, в каком месте можно и нужно и так далее. Вот тот самый ключевой момент, о котором идет речь. Фактически авторы экспертизы позитивно ответили лишь на вопрос номер 2, но продемонстрировали полную неспособность обнаружить в приведенных ими цитатах те смыслы, которые закладывал в них автор. Цитаты подобраны произвольно, произвольно же сведены в блоки, из которых эксперты выводят свои собственные домыслы. Ни одна из цитат не имеет однозначных трактовок, подтверждающих вывод экспертов Осадчева и Гутника по вопросу номер 2. А остальные вопросы, на которые они дали негативный ответ в экспертизе, и не рассматривались. Таким образом, единственный вывод экспертизы, имеющий значение для обвинения, является полностью ничтожным. Подпись, дата. Заключим, что Московский исследовательский центр МИЦ – это действительно контора по производству доносов. И эти доносы в данном случае стали причиной для вынесения обвинительного приговора по книге Владимира Васильевича Квачкова «Кто правит Россией». Вот кто правит, вот такие эксперты, вот такие судьи, вот такие следователи, вот такие сотрудники ФСБ. Нам с ними никак не ужиться в одной стране, никак. Они просто изничтожают все смыслы, которые удерживают нас в этой жизни. И поэтому мы никак не можем с ними жить в одной стране. Либо они, либо мы. Либо они нас истребят. Это же вот эта экспертиза и это судебное решение, это же факт. Это факт истребления нас. То есть убийство всяких смыслов, которые должны быть у исследователя, у судьи, у эксперта. Но ничего этого нет. Есть полная профанация всего того, что содержалось в книге Владимира Васильевича Квачкова. Я думаю, что эту книгу надо читать. Ее, наверное, запретят. Апелляция, наверное, пройдет не в пользу Владимира Васильевича Квачкова и его единомышленников. Но мы, русские люди, должны вот те смыслы, которые есть в этой книге, освоить. Я не поддерживаю слово «социалистический», вообще его не принимаю. Но есть понятие «социальный», «социальная справедливость». Причем здесь социализм? Социализм – это Ленин, Сталин и вся вот эта шайка, которая пользовалась марксистским бредом для того, чтобы обрушить нашу страну. Но социальность, да, вот социальные проблемы надо решить, национальные надо решить, религиозные проблемы тоже есть, и их надо решать. И все это можно назвать
русская национальная революция, которая должна превратить распадающееся государство в единое, целостное, суверенное русское национальное государство. Не для того, чтобы кого-то раздавить, подавить, какие-то устроить репрессии и так далее, а для того, чтобы был хозяин в стране, для того, чтобы она действительно имела собственное лицо, основывалась на высокой русской культуре, опиралась на опыт истории русского народа. И все остальные народы будут жить в мире рядом с русским народом, который несет основную тяжесть государственного строительства, защиты нашего народа. Я думаю, что Владимир Васильевич Клочков – это герой нашего времени, это самый настоящий герой, который совершал военные подвиги, сейчас совершает гражданский подвиг, будучи в заключении. Его книга – это образец подвига. Это образец подвига, когда человек продолжает творить и продолжает утверждать правду, даже находясь на тюремных нарах, осужденный по несправедливому приговору. Поэтому действия судьи Андрианова и вот этих Гутника с Осадчим и следователя, фамилию которого я не назвал, это все действия наших врагов, и мы должны так и рассматривать это. Оккупационная власть действует враждебно по отношению ко всем гражданам Российской Федерации, ну, кто не является преступником и изменником. А в данном случае, поскольку их чаяния были выражены в книге Владимира Васильевича Клочкова, это означает, что через эту книгу мы обретаем понимание того, что нам нужно, а наши враги понимают то, что их время закончится рано или поздно. Но сейчас вот эти мелкие чиновники и судьи, тоже ставшие чиновниками, они пока продолжают сопротивляться, они пока продолжают надеяться на то, что их начальство их спасет. Не спасет. Русская революция неизбежна, правильно сказал Владимир Васильевич Клочков.